Всем привет! И это обзор для нашего канала Шибарган. Уникальной штуки. Мы делали и наконец-то через тернии к звездам сделали для вас шикарнейший эксклюзивный комплект. Вот, все включено. Это баня на двоих человек, в которой все включено. Все есть, что нужно, и ничего лишнего. Все в одном бауле. Сейчас все покажем, расскажем, вы обалдеете. И, наконец-то, появился ответ на извечный вопрос. Что подарить мужику на праздник? Особенно такому, у которого и так все уже есть. И вот он, ответ перед вами. Сейчас мы вам покажем, что, как и почему. И в дальнейшем еще и попаримся в этой бане. Потому что это шикарная, проверенная, кайфовая баня. Итак, смотрим. Прежде всего... Баул продуманный, офигенный, тысячная кордура, ткань плотная, все надежные ручки, все прошито плотной толстой нитью. Вот, смотрите, видите, ручки специальной длины для того, чтобы ты взял, хоп, и на плечо спокойно вынес из гаража в машину или там из квартиры до машины, как угодно, от машины до локации. Здесь, конечно же, наша эльбрусовская баня, наш мировой рекорд. Самая высокая баня, горная. Дальше, здесь застежка. Это, конечно же, классика. Ничего тут такого эксклюзивного нет. Все решения продуманные, испытанные времени. Все для вас специально сделано. Дальше, двойной замок. На таком клапане, на липучке. Бац, у вас широкий доступ к содержимому. И что же здесь в нашем комплекте? Все включено имеется. А здесь все, что нужно. Смотрите, что. Вот так поставлю, чтобы поменьше места занимало. Вес всего комплекта, всего 20 килограмм. Смотрите, каркас для палатки. Бани. Сама баня. Прекрасная баня. В наших фирменных цветах. Ни у кого такого нет. Прекрасная баня. Красно-синяя. С окном. Идеально для двух человек. 1,70 м, 1,70 м, 1,70 м. Посмотрите внутри. Вот мы двое прекрасно поместимся. И вы все это увидите. Значит, комплектация к бане. Колышки. Фирменные колышки. Винтовые. В любой грунт входит прекрасно. Ветровые оттяжки. Сама баня. И... инструкция, естественно, с заплаткой. Баня. Дальше что у нас есть? Печь. Соответственно, печь. Мы выбрали для этого комплекта Жига-3 печь. Проверенная, банная, парогенерирующая, мощная печь. Уже вы знаете. Прекрасно. Сколько лет мы ее тестируем. Вот она, красотка. Лишена всех минусов. Какие могли бы быть, потому что эта печь уже готова к использованию. Достаем из нее дымоход, ставим, наливаем воду, вверх ногами, разводим огонь. Все, 10 минут и паримся. Вот она, и выглядит кайфово. Это раз, то есть это уже два. Итак, палатка, печь есть. Дальше. Фирменная шапка с фирменной варежкой в количестве двух штук, потому что баня на двоих. Все в комплекте. Не надо думать, взял, не взял, где, что, как, все есть. Естественно, как без этого, классика. Веники. Веники в, видите, чехол непромокаемый, палаточная ткань. Два веника дубовых. Смотрите, какая прелесть. Ну, классика. Как можно без этого идти вообще в баню? И не надо там, ты едешь в баню, сейчас мы поедем в баню, заедем за вениками, заехали там закрыто. Все есть в одном бауле сразу, из коробки. Ведро раз. ПВХ проверенные, плотные ведра, держат горячую воду, держат свою форму, не проливается вода, идеально. Малое ведро для заправки водой печи, ну и просто воду туда-сюда принести, облиться, все дела. Большое ведро для заварки веника. Заварки, замачивания. Специально
продуманное, оптимальное. Что? Размер, высота ведра для того, чтобы прекрасно замочить наши два веника. Все это вы увидите, все вам покажем, ничего не утаим. Швы проклеены, все герметично, усиленная ручка. Все эти элементы дают нам что? Надежность. Мы 25 литров воды спокойно можем перенести, ничего не оторвется, никаких проблем не будет. Дальше. На чем сидеть? Ну не стой же мы будем в бане. Два шикарных продуманных стула. Смотрите, цветовое решение, красота. Чем продумано? Тем, что они в сложном виде, эти два стула, занимают очень мало места. Все помещается в наш прекрасный баул. А в разложенном они удобны, они не узкие, не какие-то такие, что неудобно сидеть. И самое главное, высота. Оптимальная высота для того, чтобы получить банную кондицию, попариться, потому что вы знаете, в бане чем выше ты находишься, тем больше пара. Если ты чем ниже сидишь, тем меньше пара ты получаешь. Вот они, два стула. Выдерживают, вот я 105 килограмм, прекрасно выдерживают, все проверено. Дальше что у нас идет? Последний элемент. Пол. Пол утепленный. 1 сантиметр утеплитель вспененный, то есть он полностью отсекает холод от земли. Почему это надо сделать? Обязательно в прохладное время года, вот как сейчас, видите, листва опала, уже снег лежит в лесу, уже минус. Значит что? Земля всегда будет отдавать холод тебе внутрь бани. Надо, землю мы никогда ничем не прогреем, поэтому ее нужно экранировать от нашего внутреннего пространства, чтобы от земли холод в бане не шел. Соответственно, у нас будет больше тепла в бане, оно будет дольше держаться, и мы можем босиком в комфорте ходить внутри. Вот такой пол. Вспененный утеплитель, обшитый палаточной тканью. Все продумано. И складывается по сегментам вот в такую маленькую штуку. Наш прекрасный баул. Вот он так выглядит. Он достаточного размера для того, чтобы помимо этого комплекта, в котором и так все включено, вы еще могли положить, ну, уже вещи личные, предметы личной гигиены. То есть тапочки, банный халат, к примеру, полотенце. Все, больше вам ничего не нужно. Ну, и еще спички и дрова, чтобы получить вот этот огонь и попариться в нашей прекрасной бане. Вот такие дела. Все здесь помещается в наш баул. Все это он выдерживает прекрасно. Почему? Потому что конструкция рассчитана с превышением. Вы можете еще больше туда всего напихать, и он все прекрасно выдержит. Поэтому знакомим вас сегодня с таким вот обалденным комплектом. Нам он очень самим нравится. И в следующем видео смотрите, как мы будем его использовать, как мы установим, и как мы попаримся и кайфанем. Кайфуйте вместе с нами, с шибарганами.